сейчас идут работы, насколько вы успеваете по срокам, не отстаете ли вы? Почему? Потому что с бассейном, ну, с предыдущими подрядчиками были нюансы, проблемы. Мы движемся в графике. Единственный есть нюанс, что по результатам обследования, которые мы должны были произвести по условиям контракта нашего, так как отсутствовала исполнительная документация на возведенную коробку, по результатам этого обследования выявилась необходимость усиления железобетонных несущих конструкций. Это несколько вот внесло тут определенную задержку вот у нас по стройке. Мы сейчас закончили второй и третий этаж этого усиления и спускаемся на первый этаж. То есть в принципе мы в любом случае идем на завершение контракта 20 декабря. То есть это готовность, стройготовность. Ну, а других проблем нету. То есть можно ожидать, что где-то в декабре, получается, в конце декабря, что уже будет открытие бассейна. Вы не забывайте, пожалуйста, нет, я подчеркнул, что это у нас муниципальный контракт именно на строительство данного бассейна. А помимо этого, здесь еще должно быть для открытия бассейна, он должен быть укомплектован оборудованием немонтированным. Да? Немонтированное оборудование, это занимается заказчик, то есть администрация муниципального образования. Поэтому открытие, скорее всего, ну вот, будет позже, потому что нужно будет еще вот укомплектовать, в каком состоянии вот этот, ну, процесс заключения договора на поставку, я, если честно, не знаю. Это не наша компетенция. Мы идем, стремимся к тому, чтобы завершить именно работы, то есть построить здание, сделать отделку, сам бассейн. Сейчас идут у нас работы, уже, в принципе, они полтора месяца идут работы по чаше бассейна, водоподготовка, то есть само здание будет готово. А его укомплектация, это уже будет заниматься заказчик. Ну, вот скажите, на качество не повлияет эта скорость? Мы еще раз, да, я говорю, что мы ускоряемся, но с учетом всех технологических процессов. Поэтому там, например, да, штукатурка, она выполнена сейчас уже, пока есть сухое время. Даже не знаю, что контур там частично открыт, но это не мешает. То есть сейчас мы закрываем контур, сейчас мы уже делаем стяжку. Это тоже такой мокрый процесс, который требует долгого времени для становления. Вот. Ну и закрываем этот. Сейчас уже у нас поданы документы в теплосеть на то, чтобы получить форму 1, часть 1. Начинаем это прорабатывать заранее, ну, чтобы к отопительному сезону начать топить. Ну, как бы, мы идем к 20 декабря. А прилегающую территорию, это тоже ваша компания будет делать? То есть, в зоне благоустройства, да, в границе благоустройства, то есть если мы смотрим, то я сейчас стою примерно это на границе вот, по, ну, со стороны вот этого фасада, мы сейчас примерно стоим на границе благоустройства, то есть все, что за мной, это да, мы это будем делать, сейчас, как видите, ведется работа по мощению, подготовке под асфальт, ну и вот в сентябре мы начнем делать озеленение, то есть здесь выемка какая-то, грунта, подсыпка, засевка травой, успеть в этот агросезон. Вот большая чаша, сейчас выполнена работа такая самая кропотливая, это выравнивание цементно-песчаной смесью. Здесь основной был нюанс, что необходимо выдержать финишные размеры бассейна 25 длиной, 11 метров в ширину, иначе если размеры будут там хоть на 1 сантиметр меньше, то нельзя в этом бассейне будет проводить соревнования. Поэтому, ну, здесь вот это все выверялось, чтобы потом с учетом гидроизоляции и плитки вот поймать именно 25 метров. Сейчас эта работа завершена, и со следующей недели мы начинаем делать гидроизоляцию, потом гидравлические испытания и облицовку плиткой. Ну и параллельно вот монтируем, сделана уже огнезащита несущих конструкций, монтируем сейчас вентиляцию. За выходные это мы должны открасить потолок, и, ну, чтобы выйти отсюда, чтобы не мешать уже нашему подрядчику заниматься гидроизоляцией чаш бассейна, большой и малый.
жители Кингисеппского района, Ивангорода могут быть спокойны, что получат и будут наслаждаться, в принципе, возможностью поплавать. Все в срок должно быть. Мы делаем для этого все возможное и невозможное. И качественно. Да, да. Ребят, скажите, вот вы хотите у нас бассейн в Ивангороде? Да? Его уже как-то сколько? 10 лет? Больше. Лет 18. Нет. Ну а вы верите, что скоро изменится ситуация и скоро он все-таки заработает? Конечно. Верите, да? Да. То есть, что они уложатся в срок? Ну, думаем, что да. А что вы бы еще хотели? Какие спортивные? Да, мы думали, что будут строить скейт-парк. То есть он вам нужен? Да, да. Но, чтобы кататься. А предположительно, где бы вы хотели, чтобы он был? Рядом с Фоком или вместо Фока. Чтобы он был. Ну, вместо, которое площадку Фока стоит, чтобы там был скейт-парк. Те тренажеры или еще что-то, они вам не нравятся? Ну, некоторые нравятся, некоторые нет. Так. Главное, чтобы он был. Скажи, вот я подходил и спрашивал ваши пожелания, что бы вы хотели в городе. И так это было пару дней назад, и получается, что у вас все это произошло, что вы хотите. Да. Или происходит? Да. Вот установили фигуру для скейт-парка. Да. И вообще вы хотели ее? Да, мы хотели. Мы хотели нормальную фигуру, просто понимаете, на предыдущей фигуре там подкат очень жесткий, ну прям вот резкий. А тут он нежный, плавный, чтобы можно спокойно сидеть и не падать. Типа. Ну вот, мы этого хотели. Сейчас должны еще поставить несколько фигур, ну 4 штуки, 2 квадра, фанбокс и пирамида. Ну вот, и мы ждали, сейчас первую установили, должны еще 4 установить. Ну, то есть они свои слова сдержали? Да. А кто обещал? Александр Сосним. Сосним? Да. Да. Все же пожелания выполняются. Это единственное, чего не хватало в этом городе. Сейчас у нас начинают инвестировать самокатинг. Все, начал я начал в этом городе кататься первый на самокате. И пошло, что начали появляться и самокатеры, бумиксеры. И катаемся, а кататься негде. Мы идем куда-то на стрит, ну, стрит, это когда катаешься на улице, где-нибудь, ну, в общественных местах. И ты, допустим, у Витязя, в библиотеке, там нормальные места, где можно покататься, но оттуда выгоняют. Просто говорят, типа, идите отсюда подальше, вон, катайтесь в ФИФОК, у вас там вон спортплощадка, есть фигура. Ну, на этой фигуре только если и падать. Mm. Ну вот, и мы попросили парк, и вот сейчас идем остальные фигуры и будем прогрессировать, учиться. А мы еще бассейн не поставили, скоро это будет. Ну, вы сказали, что вы все-таки верите. Да. Вот. Ну, верите. Вера осталась.